Света очень ответственная девушка, патриот, и ей, конечно, не хотелось бросать еще и сборную в таком состоянии, в котором она была на чемпионате мира. Света понимала, что, в общем, обязана продолжать и дальше, и ради себя, и ради сборной. 9.35. Представляете, какая высокая оценка у Миллер? Полина, молодец. Она просто вторая. Вторая пока, да? После просто Анны молодец. Павловой. Ну, а теперь Светлана Хоркина. Не хотела вам сказать, что упадет. Ну, скажите, что было не так. Ну, нет, что было не так, уже не та была амплитуда, не та была размашистость, а ей рост у нее большой, ей очень трудно на силе работать. Она очень хлесткая такая, легкая, маховая гимнастка. А здесь было некоторое сдерживание, и поэтому она как-то не разогнала темп. Мы говорили, на самом деле, с тренером, с Борисом Васильевичем, мы полностью с ним согласны, что, конечно, еще Света не успела восстановиться физически. Потому что все-таки период сейчас был достаточно для нее активный именно в других областях жизни, не гимнастических. И она, конечно, еще немножечко сыровата. Но она прекрасно, знаете, она как реагирует на все. Она прекрасно знает свое состояние. Вот как Лена с Малочкой реагирует, да? Зная свое состояние, да, как да, Света. Это абсолютно совершенно разные реакции. Вещи, которые, наверное, обуславливают вот то, какая есть Хоркина, и то, какая есть Замолодчикова. Потому что Света реально оценивает. Свет как раз тот человек, который реально все прекрасно понимает, что происходит. Что сейчас это.